Сегодня первый день самого ожидаемого трека этого лета, трека по национальному парку «Проклятие» в Албании. Албания — это вообще, скажем так, терра инкогнита всех наших блогеров, путешественников русскоязычных. Видеообзоров просто в блогах вообще ничего не описано, эти маршруты, можно сказать, практически уникальны, и мы одни из первых, кто в прошлом году здесь прошлись, и в этом году мы уже приехали большой группой сюда. Вот, и первый день начинается на перевале Квафа Торрес. Здесь есть сзади кафешка, здесь делают традиционно албанский кофе. Мы сейчас его попьем, пообедаем и будем спускаться вот туда вниз сзади меня к озеру Голубой Глаз, где, в принципе, мы и заночуем. Первую ночевку мы решили разбить, не доходя немножко до озера Голубой Глаз. В принципе, уже стемнело, стало прохладно, и купаться уже возможности бы не было. Поэтому мы решили сейчас заночевать с таким офигенным видом. Очень классная поляна, внизу течет речка, есть вода рядом. И уже завтра с утра спуститься к Голубому Глазу и там покупаться. Сейчас у одной из изюминок всего нашего трека, озеро Сири-Калтер, или в переводе на наш «Голубой глаз». Неповторимое место в каньоне, речка с водопадом стекает в такую чашу круглую, вода 4 градуса. Вот я только что попробовал, очень бодрит, особенно в такую жару, в такую погоду. Это просто то, что надо. Так что сейчас вот сзади меня переодеваются и следуют моему примеру. Еще одной интересной точкой по пути на сегодняшний день — это розовый каньон Дерлиза. Такое интересное место. Воды в каньоне сейчас нет, он не полноводный, его в основном забирают на полив, на водоснабжение сверху с речки. Вот, и каньон летом такой полусухой, все эти кары, ванны, промоины открываются. Обязательно стоит сюда зайти посмотреть, с дороги его не видно, нужно немножко сойти. Конец второго дня мы встречаем на офигенной стоянке на берегу речки с шикарным видом на долину Сес. Вода в речке очень теплая по сравнению с той, что была в Голубом Глазе. И мы полностью наслаждаемся всем этим, этими видами, этой водой, которая тут вот течет в 5 метрах от нас. В общем, все круто.
начала третьего дня, как мы находимся в Албании, в треке по национальному парку Проклетие. И сегодня у нас по плану дойти до водопада Фонтан Молодости, до села Сес. И оттуда походить радиалки к пещерам. Вот, ну и отдохнуть, набраться сил. В памяти настолько много водных процедур не было ни в одном походе. Утро четвертого дня, ходового дня, и мы снова выходим до того, как солнце попадет в долину, потому что хочется все-таки пройтись по прохладе немножко. Как только выходит солнце, становится адски жарко. И сегодня у нас по плану подъем на перевал Пейес и проход до озер Легвени Пейес. Всего где-то 8 километров отсюда, но при этом набор почти километр. То есть я думаю, что по такой жаре мы будем идти практически до вечера. Но пока все хорошо. Еще одной типа достопримечательностью Албании являются вот такие вот бункеры, которые остались еще со времен коммунизма здесь. Они разбросаны по всей стране, в том числе и в горах вдоль границы. И, в принципе, сейчас они уже не используются, никому не нужны, но местные их не разбирают, не разрушают. Скажем так, такие просто вот памятники советскому режиму. Затяжной подъем на перевал Пейес. Снизу кажется, что уже рядом, но все идем. Но зато виды очень красивые со всех сторон, панорама на долину, откуда мы пришли. И сзади уже показалась гора Езерца. Вон она. Мы туда должны через 2 дня подниматься. Конец сегодняшнего дня мы попали под дождь, даже был небольшой град с грозой, но все хорошо, мы уже на стоянке, нашли классную поляну с видом, здесь еще есть пастухи, возможно, вечером будут какие-то молочные продукты, можно будет купить, так что сейчас будем сушиться и согреваться. Пятый день похода начинается снова с хорошей погоды. И сегодня по плану у нас доход до озер Езерца через перевал. Там мы ночуем. И завтра должны будем подниматься на саму гору Езерца. Ну а сегодня солнце, все отдохнули, выспались. И продолжаем идти вперед.
поднялись на перевал Боджес. Перевал Боджес — это ворота к долине Езерца. Сама гора Езерца сзади и показалась. В переводе с албанского это означает озерный гребень. И сами озера находятся внизу, их пока не видно за поворотом долины. Но мы как раз туда спускаемся и должны будем там ночевать. Точнее, перехода сегодняшнего дня. Мы дошли до финальной нашей точки, которую мы запланировали. Это озера Езерца. Само озеро высохло, но источник, который его питает, все еще есть. Немножко капает, поэтому вода будет. И стоянка очень красивая. Замечательный вид на весь хребет, на саму гору Езерца. Ее там в просвете видно. И по плану у нас завтра восхождение на нее. Будем выходить рано, чтобы вернуться еще до того, как погода начнет портиться, так как закономерность такая, что после обеда начинает затягивать. Сегодня у нас по плану восхождение на вершину Езерца. Это самая высокая точка Албании. Традиционные 5 утра. Мы идем в сторону начала подъема. Сзади рассвет, очень красиво. На вершине Езерца. Маршрут не такой простой, как мы думали, но посильный нам, потому что мы здесь. Это вершина всей Албании. Всем привет с горы Езерца. На вершине Езерца есть вот такой вот ящичек, в котором собраны блокноты с фамилиями, именами всех восходителей. Сюда можно открыть, почитать по годам, кто когда был. Мы, естественно, тоже воспользовались этим шансом и вписали свои имена и дату сегодняшнюю, 19.08, мы сегодня здесь были и положили ее сюда обратно вместе с украинскими конфетами Рошен. Вот, для всех последующих восходителей.